Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Привет еще пока из Израиля. Сегодня у меня, как сказать, последний или крайний день в Израиле. И рано утром, 5 числа, то есть это будет завтра, я улетаю в Москву. Ну что, я уже на завтраке, и у меня сегодня, та-дам, икра, омлет с грибами, с луком, помидорами, в общем, все, что там может быть, но почему-то он у него немножечко подгорел. Это, конечно, не есть. Хорошо? Вот такой сегодня завтрак. Икру увидела первый раз. Ну так, икра на вкус не очень, не знаю почему. Это мое любимое лакомство. Сок яблочный и морковный, и кофе, и вот там вкусняшки, но это я взяла вафли, наверное, заберу с собой. Завтра я улетаю. Вот такая сегодня погода. Так, икра. Это не то, по-моему. Это не икра. Я знаю, какая бывает икра, она лопается во рту, а это что-то как-то не лопается. Так, ладно, вот такая сегодня погода, ветер. Не знаю пока еще сколько градусов. Ну, вот так. Надеюсь, что не холодно, естественно. Все, буду завтракать. Так, а я пришла завтракать. Сейчас хочу посмотреть. Какая там погода? Посмотреть температуру. Солнышко не вышло еще. Но, наверное, выйдет, потому что, я не знаю, показывают солнечные дни. Почему сегодня опять вот такая облачность? Непонятно. Непонятно. Мой страшный балкон, на который, когда я наступаю, мне кажется, я сейчас упаду туда вниз. Такая погода. Ну да, немножечко такая, как будто как осенняя. Вот как, да, вчера лето, сегодня осень. Вот так. Но люди гуляют вдоль моря. Вот, вижу, что гуляют. Не знаю, сейчас поеду я куда или нет, но мне надо собираться, собираться. Вот такой Тель-Авив. Солнышко там где-то пробивается, да. Нет, ну гулять понятно, я сейчас пойду, но ехать тоже хотелось бы поехать погулять. Посмотрим. Так. Солнышко все-таки выглянуло. Ждала, пока пройдут. Так разговаривают здесь все они громко. А солнышко все-таки выглянуло. Очень хорошо греет. Я вышла пока погреться. Ну, то есть не пока погреться, а в общем собиралась поехать в Бат-Ям, каньон. Подошла там на ресепшене. А, значит, у девушки спрашиваю, говорю, вызовите мне ваше такси. Ну, по Яндексу там тоже можно было вызвать, но очень долго ждать. Вот. А их такси, оно как бы вот быстрее приезжает. И она мне говорит, а почему вы хотите туда? Я, говорит, сама из Бат-Яма, там особо делать нечего в этом каньоне. Но вообще-то я знаю, я там была в этом каньоне и сказала, что, ну, вот на данный момент там, ну, как бы сейчас делать нечего. Хотя там есть тоже многие очень
бренды тоже я знаю. Ну хорошо, она мне предложила, у них есть бесплатный микроавтобус, ну как они его там называют, шаттл или что, вообще в каждом отеле есть. Вот в Керотсе я отдыхала, там тоже предлагали куда-то вообще бесплатно повезти на экскурсии. Вот, и здесь она мне говорит, вот давайте сейчас 12.30 будет автобус и бесплатно возит туда и обратно. И сказала, что вот там погуляете. Все. Сейчас мне еще минут 50 где-то. И а я пока похожу на солнышке, позагораю. Походить над водичкой. Последний свой денек отдыха. Ой, какие счастливые люди вот заходят туда. Ну что, любуемся с вами последний день в Средиземном море. Но не последний день, крайний день. Крайний день. Ой, такое солнышко. Сразу летом запахло и морем, рыбками. Рыбой пахнет. Сюда вот чуть дальше прошла. А здесь пахнет рыбой. Люди где кайфуют, да? Ну, не знаю, смогла бы я жить, вот, допустим, на море или нет круглый год, я не знаю. Да, в Израиле хорошая погода, хорошая и зимой, но вот летом единственное, когда там начинается сильная жара, не знаю, июнь, конец июня, июль, август, и сентябрь, наверное, захватывает. Самолеты летают и летают. А, это вертолет. Ну, самолеты здесь тоже летают. Каждые 3-5 минут. Островок. Островок. Ну, вот о чем я говорила. О том, что... Да, это море. Мне кажется, лично для меня, да, море хорошо, когда ты приезжаешь... Так, вот такой пришел автобус от отеля. Сейчас не знаю, кто еще поедет, но пока я одна. Так, вот такой автобус, микроавтобус. Похоже, я вот в таком большом поеду сейчас одна. Не знаю. Нет, ну там, наверное, еще вот люди есть. Поедут. Так, вот так мы едем по набережной. Вдоль моря. Уже такое время, даже пробки тоже будут. А, нет, не вдоль моря. Свернули. Свернули, повернули. А, вообще развернулись. Поехали вот мимо моего сейчас отеля поедем. Немножечко покажу. Тель-Авив. Оказывается, я тут не одна. Тут еще очень много людей зашло из нашего отеля. Не знаю, сказала там какие-то торговые центры. Там какие там, не знаю, будут. Посмотрите, как красивенько. Да, сегодня последний денек, погода удалась для меня специально. Погода замечательная. Сейчас гуляла по пляжу, очень жарко уже. Очень жарко. Сейчас только гулять и гулять с вами. А я опять куда-то собралась. Какой-то шопинг. Ну это тоже не шопинг, это просто прогулка. Камера.
знаю даже, куда идти. Написано, что Кровная Плаза, так как наш отель называется. Да, их комплекс. Что-то она мне там объясняла, зачем я сюда поехала. Блин, заблудиться можно. Я даже не знаю, куда идти, чего идти. Играет музыка, по всей видимости, что я здесь снимать особо ничего не буду. Вот не удержалась и зашла в магазин фирма Aldo. Это канадская фирма. Мне очень захотелось сюда зайти и вот хотя бы чуть-чуть снять. Но очень громко играет музыка. Вот, ну, практически на весь этот магазин. У меня сумочка этой фирмы очень нравится. Вот то же самое, пытаюсь хотя бы выйти из магазина и что-то мимо проходя, и пытаюсь хотя бы что-то снять, но ничего не получается. Музыка просто, не знаю, зачем они так делают громко музыку, и приходится вот так накладывать свой звук. Вот показываю шортики. Очень красивенькие, понравились. Вот на манекене вот такая рубашечка тоже, но она вот в таких стразы или что-то такое, вкрапление. Ну, шорты такие более-менее приличные. Одежды очень много, и из этого именно магазина я посмотрела, почему я и зашла сюда. Вообще все выходят с такими пакетами огромными одежды. Я зашла, походила, ну так, не знаю, особо ничего не понравилось. Цены такие вот не очень дорогие, как мне показалось. Ну как-то все вот кофты вот эти теплые, либо очень много джинсов. В каждом отделе очень много джинсов. Выбор просто огромный. Вот это мне понравилось, да. Вот шортики тоже я показываю. Но там такой вот материал какой-то вообще непонятный. Кожаный, не кожаный, очень мягкий какой-то такой. Что там еще? Ну, так вот, просто образно походила по... Так, вот здесь я уже больше никуда не стала заходить, вот уже просто пошла по среднему вот ряду вот туда, с этой стороны и с другой потом обошла, посмотрела. Я просто поехала погулять, интересно, посмотрела телефон Samsung S22 уже, сколько стоит, вот... 3500 шекелей, 3500 шекелей. Так, в общем, я все нагулялась, купила себе вот такой сок из граната. Надеюсь, я не заблудилась. Иду к своей остановке, хотя еще и рано. Вот такой сок. 20 шекелей. Это получается на наши деньги 400 рублей. Но это дорого, я хочу сказать. Хотя я в Москве последнее вот время тоже пила, когда была на рынке. Вот такой свежевыжатый. Там тоже 600 рублей. Так что все нормально, наверное, с ценой. Так, вот
Где-то здесь, по-моему, нас высаживали. Сейчас поставлю стакан. Это неудобно. И буду ждать. Так, вот нашла нашу маршрутку. Вот так называется. Кроме Плаза, Тель-Авив, Сити Центр. Шаттл. Сейчас поедем, наверное. Какая у меня? А, Б у меня, да? Прогулочка получилась сегодня. Вот такой у меня этот. Нажимаете вот здесь. Он выдает 11 Б. Ждем лифт. Все. Пойду собирать чемоданы. На этом всем пока.